внимание. Привет. Добро пожаловать в новую игру «Метро 7-5». Наконец-то в эту игру я сегодня поиграю. Я очень бы хотел кого-нибудь записать, но мне не получалось скачать по каким-то причинам, я не знаю почему. Но теперь я наконец-то смогу ее скачать и поиграть. Так что погнали. У нас тут дается три режима игры. Это управление поездом, маневрирование и движение в депо. Я хочу начать с движения в депо. Эта игра наподобие московского метро. Даже наподобие, а тип московского метро. Мы сейчас появимся в депо Солнцево, появимся. Депо. И оттуда мы начнем наш путь. Так, вот мы в нашем депо. Нам дается задание. Первое задание это. Нам нужно открыть вот эти ворота. То есть, добро пожаловать в депо Солнца. В данном сценарии нам еще взаимодействуем с объектом депо, ручного автоматического построения в депо. Так, снова попробуем ручную построить маршрут для этих ворот. Хотим выйти из здания, надеюсь, что заходим в ближайший ворот, нажать его на L, и ворота откроется. Нам необходимо построить маршрут отправ до портала тупик. Портал называется уличная часть тоннеля, ведущая на линию. Пройдитесь пешком до тупика и постройте, переключая стрелки в правильном направлении. Понятно. Так, вот первая стрелка у нас уже обозначена. Ну, точнее, нам уже показывают, какую стрелку нам нужно перевести. Вот это вот. Опа. Все, теперь у нас. Это у нас была. Так. 31. Следующая у нас будет 27 и 25. 27, но она у нас уже переведена. То есть. Они уже по умолчанию были переведены. Тут у нас. Один, тут у нас тоже переведена. Тут тоже. Тут тоже вроде бы. Так, следующий, по-моему, здесь находится. Должны здесь находиться. Так, девятый. Да. Это четвертое. Тоже, по-моему, в правильном. А, и вот это вот. Теперь, когда стрелки переключены, вам необходимо открыть светофор на разрешающие показания. Для этого необходимо навести курсор на светофор, нажать LME. Понятно. Левую клавишу мыши. Так, нам нужен светофор Ч12, Г1, Д3. Так. А, вон, первый светофор у нас там. Вот он, тут. Так, открываем его. Должен загореться белый сигнал. Ну, то есть, это значит, все в порядке. Следующий. Или... Ну да, все. Теперь следующий. Следующий вон там находится, в начале. В самом начале. И последний, он в самом-самом начале, прямо вот у ворот почти. По-моему, он самый главный считается светофор, потому что, как бы он, ну, самый ближайший, потому что.
думаю, самое главное, что сказал. Ну, на самом деле, это, по-моему, верно. Вы обычно по этому стафору ориентируете многие машинисты. Так, садитесь в поезд на этом канале, не забудьте включить батарею или... Удерживайте кнопку «Примитель» на стене. И проезжайте в правый тупик, доставайтесь табличный стоп. Кнопка «Стажа» удерживается на территории депо. Скорость выезда из здания не менее 5 км в час. Скорость по светофору Д не более 15 км в час. Понятно. Садимся. И управление теперь наше. Теперь я могу говорить, ну, сейчас вначале нужно контроллер повернуть. Вот. Вы прибыли сильные на душе, хорошо не вспомнить, если все прибылись, а пока вам привезти. Так, все, я поехал. А где идут спидометр? А какая может быть? 2 км в час. Катя, как мне интересно, как? Себя еще привычно скорость. Когда успеваем, что это такое? Тут у меня же даже не поездом, ну как управлять поездом, как перевести стрелки, я это показал. Теперь приходим к основной части управления поездом. Менять кабину машиниста можно мгновенно как с помощью кнопки, так и вручную, встав с места пешком, да, я до противоположной кабины. Ну это в принципе так понятно. Итак, давно пожаловать в метро 17. Сегодня мы научим чем пройти поезд на метро. Рассмотрим основу управления и включения, проверяемся движение и работаем формата. Откроем двери и прочее. Поедем, один перебор достанется для легкости. Рассмотрим. У нас есть два способа взаимодействия с переключателем в кабине поезда. Можешь зайти в нужный, можно найти новый переключатель. Еще бы тебе уволить на тему, что другой способ нажать действующую кнопку на клавиатуре, вы можете поменять значение клавиш на стрелке, а также вы помогите, можете отключить показ курсора мышки, клавиши, эскейп. Так, это приходится, в принципе, уже как из прошлой, с прошлого обучения знаков нужно переключить батарею, на то, сюда, и теперь нужно установить информатор. Вот это, вот здесь. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Петровский парк. The next station is Petrovsky Park. Очень похоже, как вы реально посмотрите, как вы можете ходить.
Все очень реалистично, прям вот очень. Кажется, сейчас мы находимся на втором пути, будем путать основные правильники с полной дистанции. Я ему так не пас, как вас еще выбрали машину. Вы не хотите другую сторону, поэтому вот мы не будем нажать на кнопку S на вот эту. Задача машиниста станет выдать расписание. Ближайшие три остановки выводятся на экран планшета руке. Ее показано время заработанные вами очки, а также сообщение штрафа, таким как необъявление станции, переезд на кассу и так далее. Его приворотных очков. Так, все необъявленные очки. Ну как? Так, и только теперь вы можете нажать на кнопку «Открыть двери» и «Off» или «Открыть двери» и «Off» «Джи» «Открыть двери» и «Левые двери» и «Опять за посадку» «За посадку» «Слышь» «Осторожно!» Двери закрываются. Следующая станция – Ломоносовский проспект. The next station is Ломоносовский проспект. Уважаемые пассажиры, в вагоне поезда держитесь за поручни.
Станция Ломоносовский проспект. This is Ломоносовский проспект. Правила управления поездом. Ну, короче, обучение в принципе сейчас закончится. Сейчас будет другая, вторая часть или как бы все. Ну, в принципе, на сегодня хватит. В следующей серии мы попробуем уже поиграть вот на этом уровне. Я хочу попробовать поиграть еще на сценарии в каком-нибудь. Ну, выехать на реальный рейс и попробовать уже без обучения поиграть. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.